Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео. Посылочек на самом деле будет больше, чем вы видите в кадре. Просто не все сюда поместились. Обещаю, будет много разного интересного. Ссылочки на все найдете в описании. Первая посылка, с которой мне хочется начать. Здесь у меня вакуумный массажер белого цвета, размер 8 на 7,5 сантиметров. Посылка у меня скрытая, так как я уже начала пользоваться данным массажером и уже знаю, как он работает. Но для того, чтобы показать, как все это приехало, упаковала, положила обратно. Сам массажер выглядит вот таким образом. Лежал в отдельном пакете. К нему идет инструкция. По применению подробнейшая на русском языке, легко, удобно пользоваться, все понятно. Имеется визиточка самого магазина, кабель для подзарядки и также сменный фильтр вот в пакете. Один из первых плюсов, который я заметила перед тем, как начать пользоваться данным массажером, это то, что массажер на аккумуляторе. Очень удобно, потому что у меня уже как-то был массажер, и он был на батарейках. Это крайне невыгодно, батарейки быстро садились. Очень круто то, что не нужно покупать новые батарейки, просто заряжаем через сеть и все. Очень удобненько. Каким образом работает данный массажер? Здесь сенсорная панель. Нажимаем на кнопочку посередине. Он у нас включается. Далее можно включить мощность. 1, 2, 3, 4, 5. И также можно включить подогрев. 10 градусов, 20, 30, 40, 50. Но я включала без подогрева и включала на минимальный режим, на однерку. Поверьте мне, даже в таком случае очень сильно все засасывает. Я даже боялась, что у меня будут синяки. Очень хорошо работает. Отверстие для подзарядки. И когда включаем режим подогрева, начинают гореть огоньки. Показывает то, что работает режим подогрева. Здесь 8 массажных валиков. Когда использовала на ноге или на животе, засасывает прям мощно туда, сильно. При первом применении даже непривычно. В целом мне очень понравился результат от использование данного массажера. Эффект я реально вижу. Стала кожа более упругой, более подтянутой. Использую я его в комплекте с маслом или с баттерами. Сначала наношу средство на кожу, а уже потом начинаю пользоваться этим массажером. Очень мне нравится, рекомендую. Следующая моя покупочка — машинка от Катышек. Заказывала на Wildberries, все пришло хорошо запаковано. Когда оформляла заказ, обратила внимание, что у продавца имелось две расцветочки. Я выбрала черную, но также можно было выбрать вот такую вот бежевую. Все пришло хорошо запаковано. В комплекте имеется кабель для зарядки, имеется инструкция по применению. Сама машинка от Катышек находится в пакете. Какая она мощная. Здесь индикатор заряда я вижу, включить, выключить. Можно повернуть ручку, через данное отверстие зарядить устройство. Все это должно быть съемное для очистки. Да, на самом деле все съемное, можно будет очищать. Давайте попробуем им воспользоваться. Специально для этого я принесла свой любимый свитер. Огромное количество катышек образовалось на нем. Он уже даже больше серого цвета стал из-за того, что вот эти катышки, они портят весь вид. Очень мне хочется привести его в надлежащий вид перед тем, как я его уберу на лето в шкаф. Река, наверное, лучше заметно, сколько катышек здесь. Камера, конечно, безбожно съедает и не показывает все, что я вижу воочию. Ой, как мощно, посмотрите. Включается одним нажатием на кнопку, и все начинает здесь крутиться. Зарядки, как вы видели, 75%. Сколько здесь всего. На самом деле, я уже вижу результат. Как хорошо здесь все постригло, насколько чище стало. Давайте откроем, посмотрим, как это внутри. Смотрите, сколько грязи собрала данная машинка. Крутила, теперь поднимаем. Вот все, что состригла данная машинка здесь. Это только в одном отсеке. Сейчас мы с вами еще второй отсек откроем. Я боюсь представить, сколько всего машинка соберет, если я весь свитер обработаю как нужно. Так как я здесь только кусочек обработала, убрала катышки в одном месте, но я прям вижу, какая гладкая стала кофточка у меня. Здесь поменьше, потому что я не так налегала на верхнюю часть. Почему-то у меня давление больше было на заднюю. Ножички. Смотрите, какой результат. Я считаю, это вау-эффект. Очень хороший результат. Я буквально минутку поводила, а может быть даже и меньше. Кофта моя преобразилась, стала намного лучше. От души рекомендую. Если ищете хороший, достойный вариант, обязательно присмотритесь. Уверена, вы приведете свои вещи в порядок в кратчайшие сроки. Ну, а я пойду дальше чистить свою кофточку. Следующая моя посылочка вот такая вот огромная. Здесь у меня находится садовая арка фирмы Unikit. Комплект арка садовая, виноградная одна штука, размер упаковки. Она подходит для виноградной, но я вообще брала для вьющихся растений. У нас на улице уже потеплело, начало все зеленеть, и мне очень хочется украсить сад, поэтому я заказала вот такую вот арку. Давайте сейчас открою, покажу, как она приехала, а уже потом соберу и покажу, как это выглядит в деле. Таким образом все это выглядит внутри. Я уже от Unikit заказывала вешалку, вам показывала немножечко ранее. Зимой заказывала снегоотвал. Это уже третий товар
от этого магазина, очень хорошего качества, кованая, поэтому там заказываю. Имеется в комплекте подробнейшая инструкция по применению. Арка должна выглядеть вот таким образом, как все хорошо выглядит. Очень хорошо все запаковано, она тяжелая на самом деле. Я ее пока несла, чуть руки у меня не отвалились, но это на самом деле плюс. Доказывает, что она на самом деле металлическая и не развалится от одного чиха. Вид сбоку, две вот таких полукруглых детали, и снизу имеются прямые детали в виде сетки. Также имеются штыри для того, чтобы все это собирать. Сейчас мы это соберем, и буквально через 5 секунд вы увидите, как это выглядит уже в деле в саду. Так выглядит арка в собранном виде. Мы пока ее только поставили. Временно поставили на блоки кирпичи. Сейчас супруг уже будет делать все это на постоянку, чтобы оно не шаталось, хорошо держалось. Даже еще штырьки вот не воткнули. Эти штырьки, там 4 штырька, которые втыкаются прямо в землю. В данном случае у нас по высоте будут они уходить в блоки. И уже после буду думать, какие цветы сюда посадить. В плане посадить какое-то вьющееся растение, какие-то вьющиеся цветы, чтобы все это выглядело красиво. Мы пока только строим свой дом, пока только украшаем, поэтому сейчас все это выглядит так. На заднем фоне виден соседский дом заброшенный. В целом мне нравится, как это смотрится. Сделано качественно, хорошо, все детали кованые. Крепить, собирать удобно. Если ищете хорошую кованую арку, рекомендую. Следующая моя покупочка — шампунь, бальзам, спрей и гель фирмы Коджи. Я, как обычно, увидела крайне бюджетный вариант, годовой запас, и решила заказать. Но цена на самом деле была очень смешная, какая-то нереальная. Я подумала, это ошибка или скидка продавца, или распродажа. Схватила, быстрее заказала. Хорошо запакован. Продавец также здесь замотал вот в такую уплотнительную штуку, для того, чтобы ничего не повредилось при транспортировке. И что же я тут у нас схватила первым? Бальзам для объема и сияния волос. Способ применения, состав. Ой, так вкусно пахнет. То ли мороженым, то ли чем-то. Очень вкусный аромат. Я много косметики перепробовала, но с таким ароматом я еще не встречала. Аромат обалденный. Мне очень нравится. Давайте посмотрим вторую. Что тут у меня? Шампунь для объема и сияния волос. Не сказала про объем. Объемчики 1 литр. Всех трех больших продуктов обещают объем, сияние, способ применения, тоже состав. Интересно, с таким же ароматом бальзам, как и шампунь, потому что бывает отличается. Да, аромат точно такой же. Очень вкусненько пахнет, приятно, сладенько. То ли карамельками, вот не пойму, чем-то очень вкусно. У меня в детстве был шампунь такой крышечкой круглый, который шелестел внутри. Он был розового цвета, и он пах карамельками. Очень похож аромат здесь. Тоже пахнет карамельками, но очень приятными, не химозными карамельками, а реально, которые хочется скушать. Гель для душа с ароматом Bubblegum. Объем также 1 литр. Чтобы вы понимали, насколько это дешево, у данного набора цена чуть больше 600 рублей. Мне кажется, это крайне бюджетно, если учесть, что тут 3 продукта по литру, которых один бальзам стоит столько же. У геля для душа аромат немножечко отличается. Он пахнет жвачкой, чем-то таким сладеньким. Немножко другой аромат, но тоже очень вкусненький. Продукт, который находился в данном наборе. Здесь крем-спрей для объема и сияния волос. Удобный дозатор здесь в виде спрея. Аромат точно такой же, как у шампуня и бальзама для волос. Карамельками, чем-то сладеньким. Здесь аромат жвачки больше. Очень понравился мне данный набор. Буду пользоваться им, проверять, насколько работает. Если вам интересен результат после моего использования, обязательно спрашивайте. Еще одна посылка с Валберис. Здесь у меня серьги. Я уже вскрыла, посмотрела. Не могла понять, что же находится внутри. Как мы видим, все пришло хорошо запаковано. Сами серьги выглядят вот таким образом. Они как бы под старину, именно под винтаж. Очень мне понравились, как смотрятся. Я думаю, в деле они будут смотреться шикарно. Переливаются, сверкают. Камера, к сожалению, вам не передает всей красоты, которую я вижу, но деле очень хорошая. Выполнено замечательно, детализировано. Сзади все это выглядит вот таким образом. Они легкие, невесомые, прям в руках практически не ощущаются. Я думаю, носить их тоже будет комфортно. Ну и вот таким образом серьги смотрятся в деле. Мне очень понравилось, как они выглядят. Ну а что вы думаете по данному поводу? Обязательно пишите в комментариях. В следующей посылке у меня идет дозатор для жидкого мыла. Сенсорный диспенсер. Вы спросите, зачем мне еще один диспенсер? Тот я, который показывала ранее, поставила в туалет, а этот я планирую поставить на кухню. Коробка красивая, все пришло хорошо запаковано. Диспенсер упакован в пакетик. В комплекте имеется инструкция по применению и также кабель для зарядки. Отдельно хочется отметить, посмотрите, какой длинный кабель. Это очень круто, потому что обычно кладут прям коротышечки и заряжать неудобно. Здесь позаботились о нас полностью. Заряжается он от Type-C и заправляется он вот таким образом. Сверху открываем крышечку, заливаем сюда жидкость. Жидкое мыло, разбавленное водой, и с удовольствием пользуемся. Снизу у нас там вся механика. Обычно снизу все это вставляется, а здесь удобненько сверху заливаем. Также имеется шкала, на которой видно, какое количество жидкого мыла находится внутри. Сейчас я его залью, посмотрим, как он работает. Залила средство в диспенсер.
закрываю. Далее включаем. У него имеется два режима. Диспенсер пришел заряженный. Вот первый режим. Посмотрите, сколько мыла он выдает. И второй режим. Ой, как много он выпускает пены. Пена густая, хорошая. Диспенсер работает замечательно. Мне очень нравится. Смотрите. Красота. Как работает диспенсер, мне понравилось. Цена у него была демократичная. Следующая покупка также с Wildberries. Здесь у меня серьги-гвоздики с цветком. Весенние, очень красивые. Понравились мне они на Wildberries. И я решила, мне надо. Думаю, сейчас на весну, на лето самое то. Да, в принципе, может быть, если захочет, то на другие времена года тоже. Серьги выглядят так. Очень красивые прям. Мне кажется, от них взгляд оторвать невозможно. Сделаны хорошо. Серьги-гвоздики. Сверху эмаль зеленого цвета. Снизу цветочки, сделаны из пластика, и они очень легкие. Ну и показываю то, как они смотрятся на мне. Я в восторге. Мне очень нравится. Выглядит прям по-девичьи, нежно, необычно. Ну а как они смотрятся со стороны, обязательно об этом напишите. Следующая моя покупка — пижама с Wildberries. Пакет пришел хорошо запакованный, просто пока я оттащила все эти посылки. В процессе зацепила ногтем и порвала пакет. Я уже потрогала на Wildberries качество товара. Очень мне понравилось. Мягкое, приятное на ощупь. Размер 44. Тут на этикетке не определились то ли М, то ли L. Но вообще размер 44. Стоит данный комплект из двух частей. Здесь рубашечка хлопковая, приятная. И штанишки. Давайте сначала посмотрим рубашку. Рубашечка имеет короткий рукав. Спереди карман. Закрывается на пуговицы. Очень хорошо сделано, обработано. Я уже вижу, мне нравится. Состав, мне кажется, 100% хлопок. Очень приятно. Да, состав 100% хлопок, сделано в России. Штанишки выглядят вот так. Сверху на штанишках резинка. Тоже сзади этикеточка. Хлопковые, приятные. Штанишки прямые. Снизу штаны выполнены вот таким образом. Свободные. Я думаю, будет в них находиться комфортно. Ну и показываю то, как костюм смотрится на мне. Очень мне понравилось. Мягкий, приятный, удобный. Находиться в нем одно удовольствие. Тело дышит. Я его носила как домашний костюм. Также и в нем спала. И очень мне понравилось. Если ищете хороший, достойный вариант хлопкового костюма, обязательно присмотрите данному варианту. В данной коробке у меня находится мини-принтер. Комплектация принтер 1 штука, рулон белой бумаги 6 штук, цветная бумага 3 штуки, самоклеящаяся бумага 5 штук, набор фломастеров, наклейки USB кабель, 1 штука, инструкция. Как внутри, давайте посмотрим. Заказывал на Wildberries. Внутри все это выглядит вот так. Наклеечки, мини-принтер, бумага самоклеящаяся, цветная бумага, обычная белая термобумага и фломастеры 6 штук, разноцветные. Комплектация очень хорошая, мне нравится. Этим можно пользоваться долгое время, поверьте мне. Я думаю, вы уже в курсе, что у меня есть мини-принтер. Я себе заказывала, и хватает этой бумаги надолго. Сам мини-принтер запакован в отдельную коробку. Имеется кабель для подзарядки. Инструкция по применению. Кстати, инструкция по применению полностью на русском языке. Это очень редкость, потому что сколько вот я заказывала мини-принтеров, в основном все идут на иностранном. Приходится переводить или смотреть в карточке товара, как этим пользоваться. Здесь очень круто. Позаботился о нас продавец и все перевел заранее. Положил дополнительную инструкцию. Ну и сама инструкция, это, видимо, заводская. Вот она как раз-таки идет на английском языке. Спасибо продавцу, что все это перевел за нас, и мы можем сразу пользоваться данным мини-принтером. Принтер был упакован в пакет, и вот так вот он выглядит. Что тут у нас? Мы знаем, что у вас есть огромный выбор. Спасибо за то, что выбрали нас. Будем благодарны. Ой, как прикольно. Попросили вроде оценку поставить, а в то же время уже распаковали и показали, как работает этот мини-принтер. Бумага вставляется сзади в лоточек. Она уже идет в комплекте. Вот целый рулончик здесь уже лежит. Заряжать можно через Type-C. А сверху имеется отверстие, в которое можно протянуть шнурочек и носить все это на шее, если захочется. Включила мини-принтер. Вот, засветился. Для того, чтобы воспользоваться данным мини-принтером, нужно скачать приложение. Здесь имеется QR-код. Все это скачивается легко и просто. Но так как у меня это не первый мини-принтер, у меня это приложение уже было. Нужно будет нажать сюда. Тут появится кнопочка «Подключить». Так как я уже подключила, у меня уже подключено. Далее уже можно пользоваться и распечатывать, что захочется. Допустим, шаблон списка дел. Мы уже с вами как-то распечатывали ранее. Вот, выбираем, тут вводим текст, допустим, убрать посуду, нажимаем Enter, и оно у нас закрепляется. Далее можно помыть руки. Извините, ничего гениального я не придумала. Закрываем все это, у нас переносится сюда. Сразу появляется то, что нам нужно сделать. Опять можно закрыть, выйти, а можно нажать на печать и уже распечатывать это. Один раз нажали, далее выбираем, что как хотим. Допустим, сколько копий, плотность, средняя, поярче, потускнее, размер, текст и как вам надо,
горизонтали, по вертикали. Можно поиграться как захочется. Нажимаем на печать. И дальше уже начинает у нас печатать. Очень легко просто всем пользоваться. Печатает быстро. И никаких проблем с использованием не происходит. Яркая картинка, красивая. Вот такой рисуночек у нас получился. Но вообще можно распечатывать не только шаблоны, которые входят в приложение. Также можно распечатывать фотографии, картинки, рецепты, шпаргалки. У кого какой вариант возникнет, стикеры. Да вообще все, что захочется. Это мини-принтер черно-белый. Все, что захотите, любую картинку можно распечатать при помощи него. Я думаю, это идеальный вариант, который подойдет для любого члена семьи, как для деток, так и для взрослых, в зависимости от сферы применения этого мини-принтера. Очень мне понравился, рекомендую. Предпоследняя моя посылочка от Wildberries. Я уже ее вскрыла, так как не знала, что находилось внутри, но еще не открывала дальше, когда поняла, что мне приехало. Здесь у меня средство антижир для плит, грилей, духовых шкафов и стеклокерамики. Объемчик 500 мл, фирма Labora. Я уже заказывала от их фирмы как-то средство для мытья унитазов. Очень густое, хорошо моет, хватает надолго. Увидела у них новиночку. Вот такое средство и тоже решила себе заказать. Тут написано: супердействие микроударов пены, пожир нагара, полностью смывается водой, не оставляет царапин. Я в этом видео не буду проверять, тестировать, показывать, как работает это средство. Но если вам интересно узнать результат, спрашивайте, я в комментариях расскажу более подробно. Но я надеюсь, мне понравится, потому что средство для мытья унитазов на меня произвело вау-эффект. Это одно из моих любимых средств. Поэтому я думаю, что Labora антижир мне понравится. Имеется носик, можно включить-выключить, вот также открыть-закрыть. И внутри все это вот таким образом. Аромат похож на азелит. Почему все ароматы для мытья антижир пахнут, как будто это азелит? Возможно, это он и есть в разных предпочтениях, но будем проверять, тестировать. Надеюсь, он работает. И последняя моя покупка. Здесь у меня чай Гринфилд Эрл Грей Фэнтези в 100 пакетиков. Это один из моих любимых чаев в пакетиках. Когда у меня нет времени для того, чтобы заварить чай нормальный в чайнике, я пью вот этот чай. Я уже даже вскрыла, потому что моя предыдущая коробка закончилась, а мне очень хотелось именно чая Гринфилд в пакетиках, и я его открыла. Данный чай также удобно мне брать на работу. Он в индивидуальном пакете, все хорошо. Чай крепкий, стойкий, насыщенный, со вкусом бергамота. Если еще такой не пробовали, рекомендую попробовать. Я думаю, вам понравится. Почему заказываю на Wildberries? Потому что цена ниже. В местных магазинах у нас цена подороже. Единственное, в этот раз вот коробка какая-то пришла не очень целая, немного помятая. А так, чай уже попробовала, он хороший. В целом, мне понравился. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ссылочки на все оставлю в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока! Ну и бонус для тех, кто досмотрел до конца. Показываю серьги, которые я вам показала в предыдущем видео. Серьги-лебеди.